Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня рано утром российский певец Олег Газманов заявил, что уже несколько лет интернет-мошенники используют его фотографии для рекламы чудо-средств. 70-летний певец жалуется, что злоумышленники зарабатывают на его имени и обманывают доверчивых пенсионеров. Снимки Газманова они используют в рамках рекламы немецких средств для лечения суставов. Олег Михайлович уверяет, что никогда не рекламировал подобные препараты и сам ничем таким не пользуется. Народный артист России добавляет, что уже обращался в полицию. Правоохранители выяснили, что мошенники находятся не в России, поэтому задержать их нельзя. По словам Газманова, даже выигранный суд не поможет наказать злоумышленников. Певец узнал, что их могут оштрафовать всего лишь на 50 тысяч рублей. Олег Михайлович считает, что это слишком маленькая сумма, вот если бы был неподъемный штраф. В начале года на мошенников также жаловался сын народного артиста Родион Газманов. Певец рассказал, что злоумышленники требовали с него денежные средства за гонорар 5-летней давности. Однако сын Олега Михайловича вовремя обратился за помощью к юристам и избежал неприятных последствий. Не забывайте, друзья, что мы каждое утро делаем для вас интересные новости. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами.